Вот приморский городок Бандоль в 30 километрах от трассы. Отсюда родом фотограф Бернар Ассе. Он устроил прямо на набережной выставку в честь 45-летия своих работ. Вот видите две Рено, Дерека Ворвика и Патрика Тамбе, Монако, 84-й год. Тот самый знаменитый. Рене Арну на Ферраре, тоже в Монако, в 83-м. Вот красивая фотография. Такое впечатление, что это картина. Жиль Вильнёв перед Отель де Пари, тоже в Монако, квалификация, 81-й год. Как раз тот самый, 27-й номер. А вот здорово, он один из первых тогда пристроил свой фотоаппарат сверху на машину Формулы-1. Это Гран-при Франции и Дижон. Ален Прост на Рено. Кен Тирл и Франсуа Север. Сильверстоун, 73-й год. Жан-Пьер Бельтуаз. БРМ, Гран-при Франции на трассе Дижон, 74-й год. Жак Лафит и его победа в Аргентине, в Буэнос-Айресе, в 79-м на Лижье. Мерси Жако там было написано. Марио Андретти, Ронни Петерсон и Джеймс Хант. Жан-Пьер Жабуй, Дидье Пирани и Жиль Вильнёв на старте. Вот это красиво. Лежье, Рено и Феррари. Интерлагос, 80-й год. Вот та самая знаменитая авария Папы Дели. Видимо, он летит там. И его партнер флотировал Жан-Пьер Жарье внизу, тоже с оторванным крылом. Альфа Ромео, Феррари, Брэпены участвуют. Элио де Анджелес в Лагуне Секе, 81-й год. Красивая фотография Лотуса. Ну и вот две Лижье. Жак Лафит и Дидье Пирани. Зандвард, 80-й год. Вот Ники Лауда и Патрик Тамбе. Макларен и Рено в Дижоне, 84-й год. Гран-при Франции. Вот еще одна авария на старте в Монако. Пике и Патреза на Брэбена Эльфе. Это 85-й год. Да, Айртон Сенна. Да, Бразилия еще в Рио, Джакарепагуэ, на своем лотусе. Вот тоже потрясающая фотография. Тогда надо было... Он мне рассказывал, вот, фотограф, как он это делал, там, как долго договаривался, чтобы установили камеру сверху, фотокамеру. Нельсон Пике. Это как раз на Поле Рикаре тесты. На Брэбена, декабрь 83-й год. Сенна на тестах в 89-м году в Испании на своем Макларене. Прост, Феррари как раз на Поле Рикаре. 90-й год он выиграл тогда, это была сотая победа Скудери в Формуле-1. Ларус и Ника Дальмаса. Дальмас в Формуле-1 немногого добился, но выиграл потом 4 раза Лиман. И именно он, представитель от пилотов, судья на эти выходные. Он сам родом практически рядом с трассой. А вот Макларен в Красной воде. 91-й год, СПА. Тесты Мэнселла на Вильямсе в Рио. 87-й год. Вот какая красота здесь. Лодочки, видите, порт. И прямо на них смотрит Ален Прост. Тоже знаменитая фотография. Мексика, 87-й год. И вот Поль Рикар, 89-й, два Макларена, Сенна и Прост на первом ряду. И 88-й за год до этого Герхард Бергер на Феррари выходит из последнего поворота. Дэймон Хилл, тесты на Вильямсе в Эшториле, 94-й год. Тоже знаменитая фотография, Жан Ализи сошел в Имоле. Уже на Бенетоне выступал в 97-м, вот сидит в раздевалке для комиссаров, расстроенный. И вот они, Ализи и Панис. Один в Заубере уже выступает, другой в Просте. 98-й год в Монако. Ален Прост, чемпионский титул. Ну, по пути к чемпионскому титулу. Маникюр, 93-й год. Вот еще одна очень знаменитая фотография.
Шумахеру в 99 году в Мюджелло во время шинных тестов. Верино, Алонсо и Физикелло как раз на поле Рикари тестировались в 2006. Трассу уже мы видим с разноцветным асфальтом, уже HTTT, вернее Клстоуна. Еще до заправки были. Барселона, Алонсо, 2009 год. Льюис Хэмилтон лидирует в Шанхае под дождем в 2007 год его дебюта. Берни Эклстоун и новые, великолепная, даже не четверка, а пятерка. Тогда все они боролись за титул. Льюис и Дженсен на Макларене, Сэп и Марк на Редбуле и Фернандо на Феррари. Пять претендентов было на титул, а это Корея. То есть это конец сезона, уже конец октября, 2010 год. Вот в 2011 году Себастьян Феттель на Редбуле в Яс Марине в Абу-Даби. Жюль Бенхи, Малайзия, Сепанг, 13-й год на Марусе. Ну, вот уже Мерседесы Льюиса и Ника Росберга, Остин, 2014-й. Ну и вот совсем свежие уже фотографии. Феттель, тесты шинные для Пирелли на Поле Рикаре, 2016 год. Уже с нимбом, 18-й, Эстебан Окон в Барселоне зимой перед началом этого сезона. Вот три нынешних француза Формулы-1. Возвращение Гран-при Франции в календарь. Гасли, Окон и Грожан. Ну и, наконец, первая победа Макса Ферстаппена. Барселона, 2016 год.